Почему моделям запрещено работать в эскорте? Я в шоке, что так много людей реально думают, что моделинг — это равно эскорт. Сначала давайте я вам расскажу, какие работы бывают у настоящих моделей. Самая популярная и прибыльная работа — это съемки для брендов. Это то, что мы видим в интернете, инстаграме и на сайтах. Также есть показы или фэшн-шоу. Такую работу модели между собой называют благотворительностью, потому что прайсы маленькие, а время тратится очень много. Еще бывает съемки для журналов. За них вообще редко платят, но зато они очень ценятся у моделей в портфолио. И правда, модельные агентства запрещают девочкам работать в эскорте, ходить на платные ужины и не только. Во-первых, это портит репутацию агентств. Каждая модель знает, что если заниматься эскортом, то карьера в модельном бизнесе разрушится. Также это супер небезопасное занятие, а по контракту агентство несет ответственность за жизнь каждой модели и запрещает зарабатывать деньги таким образом.